Канал «Жизнь с нуля», с вами, как всегда, автор и ведущий Вячеслав. Сегодня 4 января 2020 года. И начинается наш новый успешный год, который будет успешнее, чем 2019. И сейчас я иду на один из вызовов, который мне поступил с такого агрегатора. Такая площадка есть, Urworks. И я на этой площадке оказался зарегистрирован год назад. То есть это такая площадка наподобие как Яндекс.Такси, ЕДС, куда скатывается большое количество заказов по всей России. Если вы там один раз зарегистрировались, меня туда пригласили именно с этой площадки. Нашли меня когда-то в Авито, и после первого заказа, который мне сбросили, меня зарегистрировали. В прошлом году я делал для них ТО электрики в одной аптеке. Вот, ТО прошло успешно, мне сбросили небольшие деньги, там в районе 1000 рублей. Вот. И вчера мне позвонили, агрегатор находится, я так понимаю, в Москве, ну, то есть колл-центр. Вот. Я уже это приложение удалил, вот, потому что, в общем-то, из-за 500-600 рублей как бы на тот момент не хотел заморачиваться, потому что для того, чтобы там все это дело провести, то есть нужно кучу сделать отчетов, там фотоотчетов. Вот, ну, на тот момент у меня не было работы, я даже там за 1000 рублей, там за 600 рублей брался, проблем как бы не было. В этом году заказ интересней. Там выбил автомат на тепловой завесе. Вчера мне позвонили, уже поздно вечером, 8 часов я сходил, посмотрел. Вот сейчас иду для того, чтобы протестить это все окончательно и поменять автомат. Вот, замена автомата будет стоить в районе 1300 рублей по их меркам. Вот, поэтому сейчас я иду туда и покажу, что из этого получится. Это аптека. В прошлом году я техническое обслуживание делал здесь по электрике. Сейчас будем менять входные автоматы. От того, что включался нагреватель, я его рубало все. Тут вот щит. Сейчас у него группа у меня входной. Вот эти вот автоматы заносились. Старый демонтируем, новый ставим. Сейчас осталось выход перекинуть сюда и будете работать. Друзья, все, закончил. Иду домой. Сейчас отправлю все документы. Единственное, что не смог распечатать, акт выполненных работ, его надо будет принести отдельно и, в общем-то, все записать. Вот. Ну, что они претензий не имеют и все такое. Вот. Вот за эту работу заплатят 1200 рублей. В течение 2-3 дней упадут на счет. Может, конечно, с праздниками что-то поменяется, но может быть чуть дольше. Ну, в любом случае, тоже не лишний. Вот, как я не избегаю столкновения с сетями 380 вольт, они меня постоянно везде преследуют. Вот сейчас пришлось входные автоматы менять. Так что вот так. Заканчивается год весело и начинается год плодотворно. Кому что понравилось, ставьте лайк, пишите комментарий. Спасибо за просмотры. Всем пока. We'll be right back.
We'll be right back.